Для того, чтобы созерцать, разгонять хандру, нырять в мечты, вдруг найти идею и создать, чтоб у критиков пооткрывались рты, наблюдать в окно, как льется дождь, заполняя все окрестные дворы, голову ломать, зачем живешь? Ну зачем планете этой ты? Не найдя на свой вопрос ответ, снова продолжать мечты нырять. Может быть и создан человек созерцать, творить и осенять. Пусть снег и дождь, то гроза, то слеза, вот так загорится и уснет звезда, пустяк. Вот так не осталось от нее следа, пустяк. Вот так. Снег и дождь, то гроза, то слеза. Пусть до весны долгий путь. Загорится и уснет звезда, пустяк. Вот так не осталось от нее следа, пустяк. Вот так. Загорится и уснет звезда, пустяк. Вот так не осталось от нее следа, пустяк.